есть пиковые ситуации, скажем так, когда количество населения приходит за справками. Это, как правило, апрель-май, конец апреля, май-июнь, когда люди устраиваются на работу в школьные лагеря и уезжают куда-то за пределы края. И второй пик – это перед школой начинается поток, возвращаются люди с отпусков, август, сентябрь и так до конца года. Для нас это очень болезненная тема и большая проблема. Мы всегда стоим на стороне, чтобы защитить интересы наших жителей и гостей. Было вынесено решение, предложение, и мы уже это предложение сегодняшнего дня ввели в действие. То есть продление выдачи справок на один час в будние дни, на один час, и рабочая суббота.